Гомель ФМ – знаковая станция для области. Яна была первым мясовым радио, которое открылось в нашем регионе. Отбылось это 14 жнюня 2001 года, тогда под названием «Радио Экспресс». В 2008-м началась наиновшая история хвали, уже под гандлевой маркой «Гомель ФМ». За 16 годов яна изменилась, вырос ее якостный уровень, и сегодня это сучасное радио для дорослых, активных людей. Дату заснования коллектива радиостанции вырешил отзначить разом со слухачами. В день рождения «Гомель ФМ» отрывайся як у своей 16 закликали любимые диджеи. Варианты отрыву пропоновали сами. Яны отповедали настрою самой станции и ее аудитории. У студии усталявали велотренажеры. На их у километровую гонку отправлялись гости, звычайные слухачи. Итак, девчонки готовы, все вокруг готовы, у каждой группы поддержки своя. Раз, два, три, поехали! Эфирный заезд для каждой пары 2 хвилины. После подарунки и махчимость у прямым эфира передать привитание на 1,5 миллиона аудиторию радиостанции. Под впечатлением. Сначала было очень страшно, да. Сейчас уже привыкли, не так страшно. Круто. Даже слов нет. Одни впечатления. В уголе в этот день своей физической махчимости у прямым эфира выпробовали 20 человек. Але на этом конкурсы и сюрпризы не скончились. У день рождения «Гомель ФМ» вышла за межи своей студии, как встретиться со слухачом у любимых местах областного центра. Пешей кропкой маршруту стало кафе «Fast Roll». Тут наведвальникам пропоновали еще один конкурс – знайсти у кафе диджей и сделать с ним селфи. А как отримать приз, треба было показать фото официанту. Взамен солодкий подарунок. Вот зашли случайно в «Fast Roll». И тут узнали, что такая акция, сфотографировались с диджеем. Вот, и получили в подарок замечательное мороженое. Всего-всего вам хорошего, с днем рождения. Любим вас, всегда слушаем, целуем. Кульминацию свята досягнула до 3:01. Как крыху остудить атмосферу, организаторы переместили действо на центральный пляж. И тут сладили соправдную пенную вечерину. Прямые уключения, конкурсы, пенные водопады и мора музыки. Разом с ведущими у прямым эфиры и за его межами свято с «Гомель ФМ» разделили сотни и тысячи людей. И это стало еще одним доказом того, что первая радиостанция Гомельщины застается первой для своих слухачов и праз 16 годов. Тому есть подстава працевать далее и расти во всех сенсах. На сегодняшний день радиостанция «Гомель ФМ» занимает лидирующие позиции согласно независимых исследований в нашем регионе. Если заглянуть в будущее, то, конечно, можно сказать, что трансформация радио, как и телевидения, она уже видна прямо сейчас. Естественно, это вещание в интернет. Конечно, это общение со слушателями не только посредством эфирного телефона, но и в социальных сетях. В новом сезоне у нас, естественно, готовятся к выходу новые программы. Музыка обновляется всегда, потому что это движение никогда не стоит на месте, и мы этому очень рады. И вместе с нашей радиостанцией можно будет продолжать получать хорошее настроение. Ганна Ковалева, Анастасия Кучинская, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».